Аллилуйя! Приветствую вас любовью Господа Иисуса Христа. Я Максимов Максим, и это прямой эфир. Мир вам, шалом, с 8 марта, дорогие наши женщины, сестры, драгоценные наши. Пусть Бог благословит вас обильнейшим образом. Пускай Божье благословение будет с вами. Пускай Господь наполнит ваши жизни. Пускай все, что Господь сделает для вас, совершится. Во имя Иисуса Христа мы говорим благословение над вами. Пусть Бог благословит, 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 благословит вас. Пускай благословения Его будут над вашими жизнями. Сестры, дорогие, вы прекрасные, мамы, жены, подруги, все вы, приветствую вас. Пускай Бог благословит ваши жизни, пускай обилие будет в вас, пускай умножение будет, пускай радость будет, пускай все, что Бог имеет для вас, совершится. Я благословляю вас. Я очень-очень-очень рад, что у вас есть, у вас есть мы, любящие мужья и сыновья, и дети. Мы очень любим вас, благословляем вас, дорогие мои. Пускай Бог благословит вас, благословит ваши жизни. Пускай Господь благословит вас. Мы хотим вас благословить и сестры. Я понимаю, что этот день празднуется только в бывшем Советском Союзе, как я понял, 8 марта. Но это хороший праздник посмотреть на вас и сказать, какие же вы классные. У нас есть День Матери, мы тоже любим праздновать День Матери, но когда мы говорим вообще о женщинах, вы же не только матери, вы же и жены, и дочери, и бабушки, и все вообще, первые учительницы, и все-все-все, ну, потрясающие. Потрясающе любимые, я хочу вас поздравить, благословить, особенно мужчины, вы уж не плачьте там, что я женщин поздравляю, не мучайтесь, вас тоже Бог любит, но Бог, вы знаете, вот меня спрашивают, вот знаешь как, вот Бог сначала землю сотворил, она такая грязная была, такая грязь, чушь всякая, потом Бог творил растения, они такие уже из грязи как бы выросли, потом Бог творил животных. Ну, так я ускоряю процессы. И вот животные, они тоже, ну, такие грязные, но уже как бы чистятся, но еще такие мохнатые всякие. Потом сотворил мужчину. Он тоже вроде мохнатый, но не настолько мохнатый. Ну, такой он то лысеет, то в одном месте у него сползает, в другом вырастает. Ну, вроде какой-то угловатый, какой-то вот такой. Вот знаете, машины, когда смотришь, вот Тойоту посмотрите, вот, скажем, 10 лет, которая, она такая более квадратная. А сейчас Тойоты такие уже дутые, округлые формы. И вот уже как бы последняя модель, когда Бог творил, уже мужчину сотворил и женщину, уже формы такие более округлые, обтекаемые. То есть, ну, как бы все классно, совершенно. Поэтому Бог так сотворил вас прекрасным. Внутри вас есть орган, которым вы вынашиваете детей. У нас нет этого органа внутри, а у вас есть орган. Вы просто совершенные модели. Вы можете кормить потомство. Мы не можем кормить потомство. Мы только медведей можем убивать и жарить мясо. Вы классные женщины. Пусть Бог благословит вас. Очень люблю. Благодарю Бога за каждую из вас. Благословляю вас, драгоценные мои. Благословляю за то, что вы есть в нашей жизни. Пускай Бог благословит. Особенно благословит, если у вас есть дети. Огромные поздравления вам от ваших детей. Я вот хочу ввиду ваших детей, как ваши дети, сказать: мама, дорогая, поздравляю тебя. Пусть Бог благословит тебя. Знаете, думая о женщине как о матери, это, наверное, первое восприятие человека, когда он встречается со своей матерью. Первое, что он встречает, мать, выйдя из утробы, он встречается с ней. Знаете, я это видел, мы с женой вместе рожали, и вот когда ребенка вот кладут Ларисе на грудь, и он начинает искать, первое, что ребенок хочет, это есть. Я не знаю, как девочки, у меня пацаны рождались, но когда пацаны рождались, они все время есть хочет с первого момента. И вот ему грудь суют, и он начинает орет, все, и начинает приспосабливаться, чтобы, ну, поесть хорошенько. И вот, знаете, как хорошо, что есть матери. Матери, которые кормили нас, носили, грели. Дай ребенку тепла материнского, и он себя чувствует очень хорошо. Его очень впечатляет запах матери, запах молока матери. И вы навсегда останетесь нашими матерями, любимыми, потрясающими. Мамы, мы любим вас. Жены. Знаете, второе вот восприятие, вот жена.
Это классное. Вот, вот что я вот о жене думаю? Скучаю по моей Ларисе. Лариса у меня там в Алма-Ате служит, я здесь. Вот я скучаю. Знаете, вот тоже тепло. Вот, вот мне говорят, так, вот как ты вот без жены? Плохо. Очень плохо. И самое хуже всего, что тепла нет. Вот рядом, когда она теплая лежит, и пригреться к ней, прижаться, можно вот так согреться, так, так классно. Я не то, что у меня жена грелка, но мне это так нравится, когда она согревает, согревает теплом. Женщина, вот кто-то говорит, что Бог создал женщину из ребра Адама, ну, а ребра, в котором нет костного мозга, то есть не принимайте этого. Даже если костного мозга нет в этом ребре, то знаете, Бог все равно любит вас и дал вам интуицию, смекалку, мудрость, дал вам способность тормозить нас вовремя, чтобы мы, нас не занесло, дал вам способность пилить нас, сверлить нас, у вас потрясающие способности нас воспитывать, помогать нам. Такие вы классные, благословляем вас, драгоценные сестры, благословляем наши драгоценные жены, благословляем нас, вас, драгоценные матери, бабушки. Вы знаете, у бабушки всегда что-нибудь вкусненькое есть. Вот у вас всегда что-то есть для нас. Вот и больше всего тепло любви. Любите, Бог так вас устроил. Вы очень эмоциональные, очень такие любвеобильные, классные. Пусть Бог благословит вас. Ну что, давайте помолимся. Помолимся вместе. Помолимся и попросим Господа благословить вас, чтобы Бог благословил вас, драгоценные сестры. Я вижу, там уже люди присоединились к нам и пишут какие-то сообщения. Я вижу Лия из Греции, из Афин, Алина из Кременчуга, Татьяна из Риги, Белла из Энергетического, Санья из, где, из Италии, город Фиденца. Фиденция, если правильно назвал, Инесса из Бишкуля, поздравляю вас, из Лондона наша сестра, поздравляю вас, из Риги, отовсюду поздравляю наших сестер, ну и братьев, конечно, тоже поздравляю, пусть Бог благословит вас. Давайте, я благословлю вас, вы не против? Во имя Иисуса Христа. Боже, благослови наших драгоценных сестер, благослови их жизни, благослови, Господь, пускай благословение Твое будет с ними, во имя Иисуса Христа. Я благословляю наших жен, матерей, бабушек, сестер. Я благословляю, Господь, благословляю этих женщин. Благослови, Господь, пускай Твое благословение будет с ними. Пускай Твоя благодать будет с ними. Пускай Дух Твой будет с ними. Пускай милость Твоя пребудет с ними. Во имя Иисуса Христа я благословляю. Вместе со всеми мужчинами, Господь, мы простираем руки и говорим благословение. Да пребудет с вами Господь, да направит вас Господь, да поддержит вас Господь, да укрепит вас Господь, да сделает Господь чудеса в вашей жизни. Во имя Иисуса Христа благословляю. Благословляю вас именем Иисуса Христа. Господь, я прошу, благослови, по могуществу, Духом Святым, направь, поддержи, укрепи, защити. Господь, во имя Иисуса Христа я благословляю во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя. Обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. И все скажем аминь. Пусть Бог благословит вас. Слава Господу. Дорогие мои, ну что ж, время для прославления Господом. Я попрошу, чтобы нам включили Алексея Шиповского. Пускай прославит Господа. Давайте вместе славить Господа. И буквально через несколько минут мы вернемся. Пока он ведет прославление, пригласите ваших друзей присоединиться. Сегодня мы будем продолжать говорить о том, как говорит Бог. Оставайтесь с нами, это прямой эфир, я Максим Максимов, и сейчас Господи, нам включат Алексея Шиповского, пусть Бог благословит вас. Пока. Когда я ложусь, и когда я стою, сзади и спереди ты объемлешь меня и полагаешь на мне руку свою. Славлю тебя, потому что я дивно устроен, дивны все дела твои, и душа моя поет.
славлю тебя, потому что я дивно устроен. Дивны все дела твои, и душа моя поет. Куда пойду от духа твоего и от лица твоего, о Боже? Куда убегу? Зайду на небо, ты там, сойду в преисподнюю, о Боже, тебя там найду. Славлю тебя, потому что я дивно устроен. Дивны все дела твои, и душа моя поет. Славлю тебя, потому что я дивно устроен. Дивны все дела твои, и душа моя поет. Скажу ли, может быть, тьма сокроет меня, и свет вокруг меня будет ночью. Но и тьма не сокроет, и ночь светла, как день, о Боже, а воочию. Славлю тебя, потому что я дивно устроен. Дивны все дела твои, и душа моя поет. Славлю тебя, потому что я дивно устроен. Дивны все дела твои, и душа моя поет. Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое. Испытай меня, Боже, и узнай помышления мои. И зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный. Славлю тебя, потому что я дивно устроен. Дивны все дела твои, и душа моя поет. Славлю тебя, потому что я дивно устроен. Дивны все дела твои, и душа моя поет. Душа поет. Душа поет. Душа поет. Тебе, Господь, душа поет. Аллилуйя. Наша душа поет и славит Господа. Мы славим, поклоняемся Господу. Господь, мы любим Тебя, превозносим. Мы величаем Тебя, Царь Славы, мы хвалим Тебя, Господь, благодарим Тебя. Наши сердца поют, наши сердца возвещают хвалу Тебе. Мы превозносим Тебя, Господь, поклоняемся Тебе. Да будешь Ты превознесен, Царь Царей. В этой молитве, Господь, прими благодарность, прими поклонение. Мы поклоняемся, величаем, славим, хвалим Тебя, Иисус, Ты достоин чести, хвалы, Ты достоин благодарения. Господь, благословляем Тебя, слава, слава, слава Тебе. Аллилуйя, хвала Тебе, Царь Царей, Господь господствующих. Аллилуйя, превозносим, превозносим во имя Иисуса Христа. Благословляем. Аминь. Еще раз приветствую всех драгоценных моих друзей в прямом эфире. Я Максим Максимов. Сегодня мы будем рассуждать дальше, о чем мы говорили всю эту неделю. Мы будем говорить о том, как разговаривает Бог. Вообще, как Бог разговаривает, разговаривает ли Бог вообще. И мы с вами уже много уроков прошли. Это как наша библейская школа «Дом веры». Мы уже многое изучили с вами, мы уже многое поняли. То есть мы поняли, как происходит, как Бог говорит, как Бог не говорит. И сейчас мы с вами продолжаем нашу тему, чтобы больше и больше понять, через как Бог разговаривает, через какой момент Бог разговаривает. Итак, мы с вами говорили, что в первую очередь Бог говорит через Священное Писание, через Библию. Бог говорит через Библию. Это фундаментальная истина. Он говорит через Библию. Если вы хотите понять Бога, вам нужно больше изучать Писание. Чем больше вы изучаете Писание, тем больше Бог открывается вам. Чем больше вы изучаете Писание, тем более ясным становится для вас воля Божия, желание Божие. Что Бог говорит, к вам открывается через Писание. Если вы хотите услышать, что говорит Бог, в первую очередь, самый легкий метод – посмотрите в Библию,
Полистайте страницы Библии. Мне с Алма-Аты специально привезли вот такую мою любимую большую Библию. Зрение уже садится, и теперь я без очков могу читать нормально. Вот. Но возьмите Писание, посмотрите, о чем говорит Бог. Бог говорит, если вы положите эту книгу в свое сердце, тогда вы сможете найти познание о Боге, вы сможете найти Бога, вы сможете познать Его волю. Аминь, аминь, аминь. Слава Господу Иисусу Христу! Мы благословляем вас именем Иисуса Христа. Мы верим, что Бог благословит вас обильно. Теперь, Бог говорит через других людей. Очень важный момент. Бог говорит, чаще всего, знаете, когда Бог говорит кому-то, он или через Библию, или через других людей. Это фундаментально. То есть все начинается с этого. Бог говорит через других людей. Это очень нормально, очень хорошо. Но тут вопрос есть. Многие пытаются сманипулировать, изображая, что Бог говорит. Они пытаются сделать вид, что Бог через них говорит. И они свои темы, свои прокачки, свою задачу на вас переключают и говорят, так говорит Господь тебе через меня. И вы должны очень четко проверять. Писание говорит, пророчествует кто-то, пророчествует. Но остальные проверяйте, испытывайте, правильно ли было сказано слово или неправильно. Правильно ли Господь сказал, или даже, нет, Господь правильно говорит, правильно ли тот человек передал, или там есть что-то скрытое послание. Очень многие люди говорят, приходите ко мне, вы получите исцеление. Цель этого, Бог дает вам слово, что только в нашей библейской школе вы получите ваше чудо. Это брехня. Это брехня, потому что Бог так не делает. И Бог не дает исцеления ради рекламной кампании. Это не президент, который пытается вам предложить улучшение из-за рекламной кампании. Абсолютно нет. Это не так. Бог действует в любом месте, через любых людей. Он Бог. Он живой. Бог живой. И поэтому, если Бог живой, то тогда все, что вам нужно сделать, согласиться. Согласиться и сказать, Господь, действуй, Господь, я готов служить тебе, говори. И Бог говорит через других людей. Первое. Бог говорит через Библию. Очень четко, очень ясно. Все должны взять для себя эту фундаментальную истину. Бог говорит мне через Писание. Бог разговаривает через Писание. Бог утверждает через Писание. Бог обращается к нам через Писание. Это основные 70% случаев, когда Бог обращается, Он говорит через Писание. Я бы так сказал, даже может быть больше. Основное. Второе, через людей. Если ваше сердце очистело, и вы давно не обращались к Писанию, и вы давно не смотрели в Писание, то тогда, наверное, Бог будет говорить вам через людей. Следующий пункт. Бог говорит через сны. И мы говорили с вами, что Бог говорит через сны. То есть снится сны, и нужно, чтобы мы правильно толковали, чтобы мы правильно понимали, чтобы мы правильно сны интерпретировали. Сны бывают разные. Сны бывают абсолютно разные. Не нужно обманываться. Ой, мне сон приснился. Не всегда все сны от Бога. Не всегда все сны от Бога. То есть, если брать по количеству снов, не от Бога. То есть, бывают сны не от Бога. То есть, когда сны не инспирированы Духом Святым, не инспирированы Богом, когда сны не наполнены Богом. Если ты пельмени поел перед сном, и потом ты рассчитываешь на то, что у тебя сейчас начнется откровение от Бога, то, скорее всего, у тебя будут какие-нибудь впечатления о пельменных снов, так называемых, или я так называю бешпармачные сны из бешпармака. Съел на ночь бешпармака, и всю ночь сны снятся. Такое так действие организма нашего почему-то. Вот мозгу нужно перерабатывать твой желудочный сок, вырабатывать, и вот тебе снятся сны. Когда мы говорим о снах, сны бывают от Бога. Очень важно, если послание есть, если есть послание, если послание идет, если послание во сне очень четкий импульс. Вы помните мой сон про шахтера, когда я спускался в шахту, и мой ангел-хранитель говорил, что мне нужно иметь связь с верхом. Это, наверное, самое важное было, иметь связь с верхом. Так вот, говоря об этом сне, это чисто пророческий сон. Пророческих снов бывает много. Я еще один сон видел.
как я умираю от взрыва атомной бомбы. И знаете, что интересно? Вот мне это непонятно. Я умираю от взрыва атомной бомбы. Я вижу взрыв атомной бомбы, я умираю, и я возношусь на небеса, и вижу, как другие люди тоже возносятся на небеса. Я видел вот этот переход. Я не знаю, честное слово, это пророческий сон или какой это сон? То есть мне сложно сказать. Вообще, когда ты такие сны видишь, думаешь, не дай Боже. Я даже знаю город, в котором этот атомный взрыв произошел. Я даже знаю, где примерно я был, когда взорвалась атомная бомба. То есть она взорвалась, и взрывной волной дошла до меня, и я умер. Вот что сказать, я не знаю. Но я видел такой сон. Опять, я бы склонен думать, что все-таки это, наверное, бешбармачный сон, чем пророческий. Хотя об этом мы узнаем только, если это случится. А если это случится, то мне уже будет все равно. Вот. Ладно. Бог дает сны царям, Бог дает сны разным людям. Следующее. Бог говорит через свои чудеса. Очень просто, очень лаконично. Слово Божие идет через чудеса. Если какое-то чудо происходит, Бог говорит, что его любовь к тебе велика. Бог говорит через чудеса. Бог действует через чудеса. Бог обращается к нам через чудеса. Бог стучится в наши сердца через чудеса. Бог двигается через чудеса. Аминь, аминь, аминь. Поэтому все, что я вам могу сказать, драгоценные мои, ожидайте чуда. Вы не ждете чуда и не получаете. Если бы вы ждали чудес, ожидайте чуда от Бога. Бог хочет и Бог может сделать чудо. Бог хочет сделать чудо в вашей жизни. Бог хочет сделать чудо в вашей жизни. Разрешите Богу двигаться в вашей жизни. Вы ожидаете чуда? Согласитесь, смиритесь. Как это сказать? Примите чудо в свою жизнь. Примите чудо в свое сердце. Примите чудо. Разрешите. Боже, Боже, пожалуйста. Я открыт для чудес. Не только чудес в теле, не только чудес исцеления. Не только чудес, еще каких-то. Есть чудеса в жизни, в строительстве, при покупке машин, при покупке дома, при покупке и чего-либо, или при продаже чего-то, или в бизнесе, или с клиентами. Есть чудеса. Есть чудеса, которые открывают двери для потока славы, и этот поток славы просто пробивается в твою жизнь. Есть чудеса. И когда мы говорим о чудесах, нам нужно согласиться, что чудеса совершаются, чудеса происходят, чудеса действуют. Чудеса — это реальность. Чудеса — это нормальное состояние верующего. Если у тебя не происходит чудес, тогда что-то ненормальное. Если чудеса не происходят, тебе нужно очень серьезно задуматься и задать Богу вопрос. Боже, почему у меня нет чудес? Почему у меня не происходят чудеса? Чудеса должны происходить. Это не просто удел какой-то маленькой группки людей. Ой, у нас чудеса происходят, слава Господу. Нет, чудеса должны происходить в жизни христианина постоянно. Ожидайте чудес. Просто Бог говорит через чудеса. Многие, конечно, закрывают эту тему и говорят, нет, мне не надо, чтобы Бог мне через чудеса говорил. Но я постоянно ожидаю. Я ожидаю чуда. Я ожидаю, что Господь сделает какое-то чудо. Господь совершит чудо. Не только то, что Он меня сохранит, защитит. Нет, 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 больше, больше, больше. Я хочу, чтобы происходили чудеса. Теперь, я не чудо-ориентированный. Много есть чудиков. Чудовых или чудесных. Чудных. Чудные дела твои, Господи, а дети твои еще чуднее. Вот. Я не только говорю за это, что чудить. Я сейчас говорю о том, что я хочу иметь чудо. Есть люди ориентированные только чудеса. Бог, дай мне чудо. Бог не только через чудо. В основном говорит Бог через слово, через людей, потом через чудеса. Не становитесь сухими баптистами, у которых не происходит чудес, которые говорят, нам чудеса не нужны. Бог нам только через слово говорит. Пусть Бог говорит через слово, я согласен с этим. Основное это Он говорит через слово. Но все-таки, когда происходят чудеса, ты видишь, что Бог живой.
Чудеса подтверждают живость и действенность Господа. Чудеса подтверждают, что Бог живой. Чудеса показывают, что Он живой в твоей жизни. Это хорошо переживать чудеса. Теперь, если ты заменил чудеса Богом, вот это чудеса, это Бог. Я верю в чудеса, это от Бога. Нет, не нужно заменять Бога и чудеса. Чудеса есть чудеса, Бог есть Бог. Это очень четко. Чудеса — это чудеса, Бог — это Бог. У Бога есть чудеса, чудеса не есть Бог. Если вас спрашивают, я спрошу вас, верите ли вы в чудеса, вы скажете, мы верим в чудеса, а я скажу вам, а я в Бога верю. Потому что верить в чудеса — это заблуждение. Нужно верить в Бога, который делает чудеса. Если правильно иметь позицию в жизни, мы верим в Бога действующего, который проявляет свое присутствие и через чудеса, как один из факторов. Не надо говорить, что все происходит через чудеса. Все не происходит через чудеса, все происходит через живого действующего Бога. Бог действует. А чудеса — это всего лишь добавок. Следующее. Бог говорит через видение. Видит видение. С 3 лет у меня был дар видений. Был, сейчас он не так активно развит, но в детском возрасте был очень активно развито мое сердце. Не знаю почему. Я видел много видений. Мама даже испугалась, подумала, что я немножко... Она подошла ко мне было 3 года, и говорит, что ты видишь? А я смотрел на потолок, и я говорю, ой, я вижу. Она говорит, что ты видишь? Я стал описывать, что я вижу. Это ее сильно напрягло. Очень сильно напрягло. Она просто испугалась, подумала, что что-то ненормальное с Максиком происходит. Но потом, со временем, она обнаружила, что эти видения были от Бога. Я видел много видений. Как это происходило, я закрывал глаза и видел видение с закрытыми глазами. А, наверное, поэтому я пошел в художество, в рисование. Потому что если человек не видит, он не может рисовать. Нам профессор говорил, если вы не увидите, пока не увидишь, не нарисуешь. Художник пока не видит. Многие сегодня рисуют, а потом видят. Это неправильно. Получается современное искусство, из-за уродства или там точки набрызгали, и вот говорят, о, какая картина великая, чушь, и все. Это для дураков. Точки кто-то нарисовал разноцветные, и вот все там в восторге от этих точек и пытаются купить эти картины. Это чушь, самая большая чушь, которая только может быть, самая великая чушь. Видение Бог дает. Иисус сказал, я ничего, Евангелие от Иоанна, 5 глава, 19 стих, по-моему. Он говорит, что истинно, истинно говорю вам, Сын ничего не может творить сам от себя. Евангелие от Иоанна, 5 глава, 19 стих. Сын ничего не может творить сам от себя. Он говорит, я ничего не могу сделать, пока не увижу Отца творящего. Ибо что творит Он, то и Сын творит так же. Иисус говорит, я ничего не могу сделать, пока не увижу, пока не начну видеть. И дальше продолжение. Написаны такие слова. Ибо Отец любит Сына и показывает Ему все, что творит Сам, и покажет Ему еще дела большие. Так что вы удивитесь. Отец любит Сына и показывает. Если Отец показывает, то значит нам нужно увидеть. Стоп! Но ведь Отца Бога никто никогда не видел. Никто не видел Бога. То есть сказано, что Бога никто никогда не видел. А Иисус говорит, пока не увижу Отца Творящего, ничего не сделаю. Другими словами, как нужно увидеть невидимого? И об этом все Писание наполнено. Видеть. Что ты видишь? Как твои глаза видят? Видишь ли ты, что Бог показывает тебе? Видение. Бог говорит через видение. Здесь нужно быть очень внимательно. Можно попасть в заблуждение, если сидит человек и все время «я вижу видение, видение вижу». Можно попасть в очень серьезное заблуждение, можно попасть в очень серьезную ересь. Сидеть и видеть картинки, смотреть на потолок или еще что-то, можно попасть в очень опасное состояние. В очень опасное состояние, когда ты фактически попал в заблуждение. Бог показывает. Но нам нужно научиться различать. Когда мы смотрим, например, Иезекииль 1.1. Как Иезекииль видел видение? Откройте, пожалуйста, Иезекииль 1.
И было в 30-й год, в 4-й месяц, в 5-й день месяца, когда я находился среди переселенцев на реке Ховаре, отверзлись небеса, открылись небеса, и я видел видение Божие. Вот так он написал. Он видел видение Божие, открылись небеса. Я хочу увидеть что-нибудь. Если Бог посчитает нужным, он будет показывать. Но в том, что Бог показывает то, что он делает, это тоже. Он сыну показывает все, что вы сын Божий, дочь Божия, значит, Бог показывает вам. В Деяния святых апостолов, 16 глава, 9 стих, написаны такие слова про видение. Деяния апостолов, 16 глава, 9 стих. «И было ночью видение Павлу. Предстал некий муж из Македонии, македонянин, прося его, приди в Македонию, помоги нам». «Приди, помоги нам». Вот он видел видение. Другими словами, Бог может и хочет говорить через видение. Вот. Как эти видения к вам придут, я не знаю. Но что вы видите? Вспомните, как видел полотно Петр. Вспомните все видения, которые видели пророки. Фактически Бог разговаривает с людьми через видение. Через видение разговаривает. Бог говорит через видение. Бог обращается к людям через видение. И Бог стучится в сердца людей. Не бойтесь, если к вам приходит видение. Если вы посмотрели видение, увидели. Всегда рассуждайте, сверяйте, соответствует ли это вообще Писанию. В духе ли Писание или нет? В каком духе эти видения ваши? В каком духе вы видите их? Насколько они соответствуют Писанию? Насколько они соответствуют тому, что хочет, чтобы Бог произошло. Если это соответствует, вы можете смело сказать «Аллилуйя», это соответствует Писанию. Следующий пункт. Бог говорит через обстоятельства или события, через то, что происходит в жизни. Можно с Богом общаться, обнаружить то, что Бог говорит, когда что-то в твоей жизни происходит. Например, твоя жизнь была неожиданно спасена. Когда ты засыпал за рулем, и вдруг ты просыпаешься, и ты слушаешь, и ты понимаешь, что это Господь тебя встребушил. Когда ты видишь какое-то обстоятельство в жизни, и Бог говорит тебе через эти обстоятельства, ты переживаешь, что-то происходит в твоей жизни, и ты понимаешь, что Бог живой. Я знаю людей, у которых умерли близкие люди, и Бог проговорил к ним через эти обстоятельства, через смерть близких. Их сердце открылось, и они услышали обращение Господа. Через разные обстоятельства. Здесь, вы знаете, Бог может сказать, как я могу благословить тебя через обстоятельства, даже трагические. Вы знаете, когда мы начали христианское телевидение, вот сейчас я расскажу эту историю небольшую, мы начали христианское телевидение, и я думал, верил, Бог мне показал, что у нас будут партнеры, и нас будут поддерживать люди со всего мира. Бог мне это показал, я видел это. Я видел, что нас будут поддерживать, будут участвовать, друзья мои. Но ведь я же добрый проповедник, не злой, не корыстный, экономный. Вот я экономлю на все, то есть как бы нерасточительный, пытаюсь все правильно сделать. И я думал, что сейчас вот люди будут смотреть CNN и поддерживать. И я видел видение во время того, как даже образ увидел. Бабушка вышла во время прямого эфира и кинула курумдык, это казахская традиция, с обновой. На экран в Алмате во время прямого эфира. И вот она кинула курымдык. Это навьё, казахская традиция такая. Скажем, если у славян там нужно обмыть медаль, то у нас, казахов, нужно курымдык. Сын родился, ты приносишь курымдык. То есть, деньги на навьё. Юрту построил, тебе курымдык приносят там. Что-то происходит. И вот бабушка вышла и кинула в экран деньги. Курымдык на навьё.
И в этот момент у нас, ну, в церкви очень много людей тюркских, из тюркских народностей, они, о, курумдык, и пошли к сцене, стали кидать деньги на экран. Сабновый, курумдык, вы знаете, что-то произошло. Мы собрали немного в тот момент, но я увидел, что вот так Бог поддержит. И следующие 3 года никакого курумдыка не было. Был один кирдык. Вот кирдык — это противоположность от курумдыка. Так мне было тяжело, так мне было плохо. И потом случилась такая вещь. 3 года я боролся, сражался, я пытался все сделать, ничего не получалось. Денег не хватало катастрофически, ничего не хватало. Я говорил: Боже, ну где? И у нас случился пожар. Через 3 года после этого. И вот я стою, погорелец. Я стою, горит здание, подъехали пожарники, там Серик, Ирик. Я говорю: туши. Он говорит: пусть прогорит. Как прогорит? Говорит: да его как потушить? Он говорит: сейчас нужно контролировать, чтобы не расползся пожар. А там такое пожарище, советский ангар горит. И просто я стоял, смотрел, это просто был ужас. Тихий ужас. Горит ангар, я стою, смотрю, думаю, что происходит. И вы знаете, потом я подумал, что это все. Это, ну, мне и так плохо, ничего не получается. А тут еще здание сгорело. И всегда какая-нибудь бабушка появится: а скажите, пожалуйста, кто согрешил в стане? Почему у нас церковное здание сгорело? И когда вот мне всегда какой-нибудь такой духоман встретится: давайте изучим причины, кто согрешил. И на меня смотрит. На меня смотрит. Чего вы на меня смотрите, когда задаете? Вот туда смотрите, мимо. Я не согрешил, все нормально. Но всегда, вы знаете, всегда какой-нибудь такой навес, такой змееныш, змеиное отродье. Ну, давайте рассуждать. Такой воздух. И знаете, что случилось? Случилась невероятная вещь. Когда сгорел этот наш страшный ангар, у нас несколько зданий было, и вот один ангар сгорел. Вы знаете, когда сгорел ангар, мы смотрим на этот ангар, и я, конечно, думал, что это позор жизни. Но знаете, что оказалось? Что мы показали по CNN, и люди со всего мира начали поддерживать, присылать большие пожертвования. Те люди, которые нас ругали, хаяли, критиковали, возмущались, вдруг они стали приживать, и поддерживать нас. Они вы, Максим, пожалуйста, давайте. Поверьте, нет, мы собрали огромную сумму денег, на что, чтобы восстановить здание. Еще наша церковь добавила столько же, и мы отстроили это здание. Но что случилось? Люди после этого стали поддерживать нас ежемесячно. Где сокровище, там и сердце. И они стали каждый месяц по чуть-чуть лепточку отправлять. Каждый месяц по чуть-чуть отправлять лепточку. Вы знаете, я когда посмотрел на этот пожар, потом уже кто-то стал говорить: это Максимов с Заикиным сами подожгли здание, чтобы все люди начали им поддерживать. Вы знаете, какая-то чушь пошла. То есть я смотрю и думаю: ну как это Бог использовал это обстоятельство, чтобы сказать, что Он может? Вы знаете, когда американцы видят классный проект, они хотят, that's good, они хотят поддержать. Когда они видят умирающий проект, знаете, что они делают? Они говорят: пусть умрет. Пусть полежит, умрет. Пусть помрет. Как больные у нас в советских больницах. Его в коридор выставляют, пусть умрет. Вот. Пусть закончится жизнь. Я просто знаю в таких деревенских больницах, что происходит, когда человек в аварию попадает. Реальные истории. И он лежит, мучается, страдает, а его в коридор вынесли, и он там, и доктора спрашивают: а что с ним? Говорит: сейчас он отойдет. В смысле отойдет? Пусть он умрет. И человек еще целый час там сидел, орал, пока не умер. Вы знаете, вот американцы также поступают со слабыми проектами. CNL был слабый проект поначалу. Но славяне, в отличие от американцев, знаете, что славяне делают? Если они видят, что кому-то плохо, им так хочется помочь, так же птичку жалко. Шурик выразил всю глубину славянской души. Птичку жалко. Плачет. Вы знаете, вот у нас вот мы сострадательные. Вот если взять, ну, даже не славяне, а бывшие советско-союзные, вот так скажем. И грузины, и армяне. Вот как-то мы в Советском Союзе, нам, если кого-то жалко, то нам очень жалко. Нам так жалко, вот так сильно жалко, что вот он умирает, уже шансов нет, а все равно жалко. А если что-нибудь хорошо стоит, нам не жалко. Нам хочется, ну там, царапину оставить на новой машине. Нечего тут ходит, красуется новая машина. Вот как-то так устроены. Но, вы знаете, и когда у нас загорелось здание, Господь знал характер славянских сердец.
И после пожара, когда пожар съел все здание, и люди увидели это и стали поддерживать, вы знаете, потом, когда мы увидели, какое благословение этот пожар принес, как в смысле благословения, сердца людей открылись и начали поддерживать. Они увидели нашу искренность, откровенность, что мы продолжаем служить Богу, делать Божье дело, проповедовать Евангелие. И партнеров стало больше, больше, больше. Нарастание партнеров было таким очевидным. Вы знаете, я просто был в восторге. Подумал, Господи, как так случилось, что вот из-за этого пожара вдруг открылись благословения. Бог может говорить через обстоятельства. И когда с тобой что-то случается, не отчаивайся. Я обанкротился. Слава Богу, обанкротился. Нормально. Говорят, что успешным человек становится после 3-4 банкротств. 3-4 банкротства и все. Когда один пришел ко мне, я обанкротился. Говорю, первый раз. Он говорит, первый раз. Я говорю, слава Богу. Говорю, еще 2 раза, и все будет хорошо. Он смотрит, в смысле, чего еще 2 раза? Я говорю, еще 2 банкротства. Он говорит, я этот пережить не могу. Я говорю, в смысле пережить? Ты уже 3 месяца как обанкротился. Вперед, начинай все сначала. Включай на полную, давай. Еще 2 банкротства. Он говорит, как 2? Я говорю, не хочу. Я говорю, ну не хочешь, тогда не надо 2. Но обычно статистика говорит, 2 вот таких понижения, и тогда ты поднимешься наверх. Не парься. Да. Вот, вы знаете, для нас это было своего рода банкротство, в котором мы оказались. И мы получили благословение. Люди стали поддерживать нас. И, вы знаете, до сегодняшнего дня у нас есть огромное количество партнеров. И многие из вас, которые сейчас на меня смотрят в эфире телеканала CNL или смотрят в Доме Веры, многие из вас поддерживают нас, являются нашими партнерами. И я хочу сказать вам, драгоценные мои, пусть Бог благословит вас. Я благодарю Бога за каждого из вас. Благодарю за то, что вы поддерживаете нас, участвуете. За то, что вы... послушны к Господу, послушны Его воле, я благодарю. Вы знаете, у меня друзья есть по всему земному шару, везде. И вот, знаете, мои друзья поддерживают то, что я делаю, потому что я вижу, что здесь работает Бог, и Бог действует. Поэтому я хочу поблагодарить вас за ваше участие. Пусть Бог благословит вас. Я помолюсь, чтобы Бог говорил с вами, и чтобы вы были способны слышать Его голос. Во имя Иисуса Христа я молю Тебя, Господь, благослови. Благослови каждого человека, благослови каждое сердце, благослови, Господь, этих мужчин и женщин, благослови, Господь, их, держи в своих руках, направляй на пути свои. Господь, я молю Тебя о всяком благословении для них во имя Иисуса Христа. Я благословляю вас. Да пребудет с вами Господь, да явит свою мышцу, откроет свою действующую руку над вами и зальет на вас благословение до избытка. Я благословляю вас именем Иисуса Христа. Господь, я прошу, благослови каждого человека, благослови каждое сердце. Во имя Иисуса Христа будьте благословенны. Во имя Отца и Сына и Святого Духа и все скажем аминь. У меня остается 1,5 минуты, и в конце я хочу сказать большое спасибо за ваше партнерство, участие. Спасибо за то, что вы относитесь серьезно к тому, что я делаю. Я не говорю, что что-то там великое, но многие из вас перечисляют десятины. Я хочу сказать вам, спасибо, и пусть Бог благословит вас. Многие из вас являются нашими партнерами, перечисляют каждый месяц по чуть-чуть. Вы знаете, ваша маленькая лепта, казалось бы, ну что толку от этого, там, $30? Но толк есть огромный. Если река людей по $30 каждый месяц, $1 в день. Вы знаете, вот день прожили, дайте $1 на христианское вещание, я буду очень благодарен. Но сколько бы вы ни дали, я благодарю Бога за каждого из вас, благословляю. Пускай Бог благословит вас, пускай Бог удержит вас, пускай Бог направит вас, пускай Бог защитит вас. Ценю, люблю, благодарю и благословляю. Спасибо за вашу поддержку. Пусть Бог говорит ваши сердца, пускай Бог стучится в ваши сердца, пускай Господь вам обращается. Мы продолжим нашу тему все дни в это же время, кроме субботы и понедельника. Люблю, ценю, благодарю и благословляю вас. С вами был Максим Максимов. Встретимся с вами очень скоро. Хранит вас Господь. До встречи и спасибо за партнерство. Пока. Дорогие друзья, а сейчас вы можете пройти на мой YouTube-канал Максим CNL и посмотреть эти и другие проповеди. Спасибо за ваше внимание и за ваше участие.